Всем привет! Вперед! Здесь я решил, мы решили попробовать на себе такой режим, как безумное такси. Безумное такси Fortnite. Смысл: надо брать пассажиров, точки на карте, и отвозить туда, куда их нужно. Еще какие-то дополнительные задания еще надо. Надо делать это по времени. Я когда играл, я, конечно, даже читать не успевал. Там что-то иногда гнать надо. Я еще не понял, что турбо, что можно все время жать. То есть топливо-то, в принципе, не кончается. Ну, как бы, оно кончается, турбо, и потом снова появляется. Так, мы гоняли по карте. Кто-то вылезает там, пытается стрелять. Это что-то в этой игре, это, ну, так снайпер мне, стрелок не очень. Я решил не вылезать из машин, я просто гонял как бешеный таксист. Безбашенный. Забрал одного, взял, сразу повез в другую сторону. Таким вот образом все это происходило у нас. А, по воде прям проехал. Как еще ездишь, если врезаешься, машина портится, она разбивается. Заработал 4 звезды. Летим дальше. Здесь у меня получился обломчик. Это не я вышел, сам человечек вывалился из машины. Придется объехать. Чуть-чуть объехать. Ну, в принципе, я вообще, конечно, больше люблю ездить на машинах, чем стрелять. Для меня это легче. И кто его знает? Может, я просто не соревнуюсь, когда катаюсь. Далеко точку мне поставили. Как бы за счет того, что турбо, машина хорошо идет. Где-то можно ускориться. Я когда играл, почти что на дорогу не смотрел. Смотришь просто, куда твоя точка, и все, и летишь туда. Так, задний ход. Прям по нему проехал. Бам! Откуда она тут взялась? Такси. Вы видели, да? Я тронулся и уже опять к машине подъехал человечку. Так, так, так. Протаранти объекта. Так, летим, летим, летим. Я почему не таранил объекты? Машина-то разбивается. С каждым протараненным объектом машина все хуже. Кто меня догнал? Кто-то меня хотел догнать. И он мне по мне стрелял, что ли? У меня машина дымится. Тут я, в общем-то, поехал. Есть мост, там гналась машина, я решил ехать прямо. Пока ехал прямо, я понял, что впереди нет клиентов. Надо разворачиваться. Гнать в другую сторону. Так, так, так. Вон единички. Получается, моя команда. На мне-то я не вижу, как, где вот сейчас смотреть. А, вон там показывает. Первое место. Шик, еще один. Погнали. Погнали, погнали. Бах! Опять кто-то меня хотел подрезать.
Потому что за первым местом надо гоняться, если его подбиваешь, как что-то там выигрываешь много. Ну я вот так вот приехал. Это наша победа.